начинается второй период. Завалила же нашу. Опять свистка нету. Ну где тренинг? Кому на пятак отдать пас-то? Некому. Пиши. Ну куда там? Не надо тут ходиться, тут уже нас... Опять наши же удалят все. Что ты будешь делать?
Ну куда? Вот, а через центр-то? Ну, Дашка! Было. Убирайся, а не буду! Опять на коротке начали играть.
Ну что такое? Ну как не держит зону? Сейчас опять удаление будет. И что вы, девки, давите к борту-то? Вот сейчас это высоко поднятое, но... Ну вот все вот сейчас тоже, задержка же была. Ну конечно. Найди, ее не дай бросить! Жмутся к воротам! Но! Ну не прижата шайба! Да, не смогли добить. Надо играть. Зачем тебе надо неудобно?
Как это? Прижались к воротам. Ну найди вас же больше играйте. Сзади! Ну куда? Самой надо работать. Где вот здесь крайний? Хоть проброс будет. Выходит нападающий из-за угла, она откатывается назад 90. Как она успела, а? Закрыть угол? Не получилось. Вот они, видишь, они не играют в шайбу, они в игрока играют. Тут проброс должен быть.
Опять трое у борта. Ну что такое? Опять нас удаляют. Это что такое?